Ветка – один из центров православного старообрядчества, иконописи и книгопечатания. Возможно, поэтому этот древний городок привлекает многочисленных туристов, желающих изучить культурное наследие Гомельской области. Кроме того, Ветка входит в туристический маршрут «Золотое кольцо Гомельщины», который считается одним из брендов нашего региона. Ветка была основана в 1685 году староверами, бежавшими из России. Есть несколько версий появления названия этого города. Ветка Москвы – наиболее популярная из них. В культуре Ветки того времени по-своему были поняты, переработаны и сохранены традиции Московской Руси. В XVIII веке здесь сформировались местные особенности иконописи и оформления рукописной книги, сложилась самобытная школа ветковской резьбы. Своеобразие истории и культуры этого региона Гомельщины сейчас хранит Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Шклярова. В его коллекции более 10 тысяч разнообразных предметов от древних икон и книг до современных узорных рушников. Основатель музея Федор Григорьевич Шкляров, уроженец и житель Ветки. В 1960-70-х годах он собрал коллекцию, вызвавшую огромный общественный интерес. Именно она и положила начало музею, расположенному на Красной площади Ветки в бывшем купеческом доме. В частности, впечатляет одно из богатейших в Беларуси собрание рукописных книг 16-го – начала 20 веков. В подавляющем большинстве оно характеризует старообрядческую книжную культуру Ветки. Конечно, это книги уникальные. Многие из них были сюда привезены староверами у 17-18 стагодзе. Но и тут они заховывались. Староверы бронили книги, как никто, от злобы, от знищения. После реформы Никона многие книги просто знищались. Ну и в свой час, когда книги знищались при советской владе, когда тут, как сгадывают ветковчане, складывали книги на площу все разом, как иконы, запаривали их, то люди под страхом смерти они выхопливали все, что можно было, там книги, иконы из этого вогнища, берегли их. Ну, у нас есть Виленская тетра Евангелия 1600 года. Книга, которую друковал Иван Федоров в местечку Заблудове разом с Петром Всеславцем. На Ветце створались очень часто праздники певшие, это были сборники молитв, рукописные книги с очень прогожими буквицами расписными, заголовными литерами в текстах. Ось, яких очень шмат птушек, которые летают там по садах, с дюба в інший раз можно увидеть ноты, которые вот так выглядывают. Около полутысячи раритетов и в собрании икон. Абсолютное большинство из них приобретено в ходе экспедиционной деятельности. Они характеризуют местные традиции иконописания и старообрядческую культуру иконы. Ветковские иконы, они вот такие вельми живые по своей сутности. Ну, конечно, у них есть шмат особливостей, чем они отрозниваются от икон православных. Ну, там деталевое описание природы, неких ландшафтов мясцовых. Так само есть на ветковских иконах и одения. Есть образ Матери Божией Казанской, икона 17-го стагодия. Вельми редкая такая икона, давняя, самая старая по часу. В основном у нас в экспозициях представлены иконы 19-го стагодия. Есть иконы 18-го стагодия. Старобрадницкой школы иконопису. Коли казаться православных майстрах иконопису, то, конечно же, варто згадать имены Гераковых, Пёсцы Бабичи, Шишерского района. Уникальные коллекции золотного шитья и шитья жемчугом, бисером – свидетельство богатой культуры ветковского искусства 17-20 веков. В числе ветковского наследия – золоченая резьба по дереву и, в частности, искусство создания золоченых резаных из липы киотов. Образ райского сада с его символическими растениями – яблоней и виноградом – остается доминирующим в мотивах резьбы, дополняясь излюбленной на Ветке крупной розой.
Ветковскую культуру также невозможно представить без произведений мастеров, которые чеканили оклады на иконы и книги, ткали рушники и костюмы. Уникальность и разнообразие ветковского искусства никого не оставит равнодушным.